Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Assassin's Creed Восстание. Так, и смотрите, что у меня здесь разблокировалось. Режим Блиц. Режим Блиц позволяет послать отряд ассасинов на задание и немедленно его выполнить, получив награды. Когда вы получите 3 звезды за стандартные задания, поиск наследия или поиск добычи, Анимус разблокирует режим Блиц для этих заданий. Чем больше у вас героев, тем чаще вы можете выполнять задания в режиме Блиц для быстрого получения ресурсов. Попробуйте прямо сейчас. То есть, ребята, это во многих играх у нас практикуется. Если задание выполнено на 3 звезды, то мы можем его не проходить, а сделать на ускоренном. Я правильно, надеюсь, понял? Так, нажмите Блиц. Нажал. Ага. Чтобы пройти задание в режиме Блиц, нужно подобрать отряд ассасинов, соответствующий всем требованиям задания. После прохождения задания в режиме Блиц, герои всегда будут терять немного очков здоровья, но задание всегда будет выполнено. Соберите подходящий отряд и коснитесь кнопки Блиц, чтобы запустить симуляцию и немедленно получить награду. И я понял. Так, подберите отряд, соответствующий требованиям задания, чтобы пройти его в режиме Блиц. Так, и кого мне нужно здесь выбрать? Ну, давай, предположим, я возьму Тарика. Ах, вот, значит, что нужно. Так, мне здесь нужен Агилар и Максимо. По-моему, так, Блиц. Поехали. Я запускаю, и они сейчас должны, по идее, выполнить у меня задание. Ух ты, прикольно. Блиц-задание завершено. Вот они мне достали ДНК Андрея Кортес. Это у нас прямой урон. Хм. Ассасиночка. Так, ладно, хорошо. Так, а мы можем даже еще, да, сделать, я так понимаю? Ну-ка. Ага. Лечится, лечится, и у этих низкая мощь. Понятно. Значит, пока не можем. Или же, если мы возьмем, наверное, какие-то другие задания... Вот это вот плащ и кинжал нужно пройти на 3 звезды для начала, чтобы мы могли сюда отправиться. Так, так. А я хотел вот сюда, вот поиск наследия, ребята. Нет, не поиск наследия, давайте вот, наверное, здесь посмотрим. Поиск добычи. Поиск добычи. План Господень, это я проходил. Короче, вот где, ребята, стоят галочки, это у меня пройдено, да? Угу. То есть здесь уже дальше уровни идут слишком мощные. Так, ну что, я думаю, что можно вот с этого начать, наверное. Вот даже... Даже... Так, тут 2 звезды. Так, может быть, вот это... Хотя тут на 5 уровень. Нет, начнем, пожалуй, вот с этого. Поехали. Так, и рекомендации для отряда. В принципе, у нас... Отлично все, поехали. Ничего мы менять не будем с вами. Попробуем пройти на 3 звезды. Если пройдем, у нас будет возможность отправлять в блицах. И это будет хорошо. Мы сможем просто-напросто с вами фармить. Найдите секретные документы. Проще пареной репы. Тем более здесь, ребята, сами видите, первый уровень, все легко и просто. И даже мы можем, наверное, с вами... А что это у него такое за новенькое? Прочный доспех. А, ну это было. Да, ребята, тут недавно вышло. Ну, не недавно, а перед тем, как запустить игру, было обновление на 10 мегабайт. Видите, поменяли эмблемки. Мавританская стойкость. Раньше же как-то по-другому все это выглядело. Ну что ж, давайте попробуем, наверное, начать. Так, мы сможем его убрать? Сможем, но зачем? Когда мы можем все это сделать втихаря? Согласитесь, лучше втихаря, без палева. Давай, пробегай. Так, прошли. Двигаемся с вами дальше. Так, ну-ка. Вот кто нам нужен. Конечно же, Хамид. Давай, обезвреживай. Знаток, как-никак. Молодец, давай здесь. О, как у него все хорошо и удачно получилось-то. Куда нам дальше идти? Не понял. Ах, тут ловушка тоже. Ну давай, Хамид, заходи.
Попробуй-ка ее обезвредить. Ай-яй-яй, неудачно. Ну-ка, давай еще разок. Получилось. Так, у нас... А, я думал, у нас выбор вверх или вниз. Нет, у нас только вверх. Поэтому здесь мы, наверное, возьмем Агилара. Нет, тут нужен Хамид. Так, погоди-ка. Да, Хамид, потому что у него 90% ко взлому. Ну, давай, давай, главное, чтобы получилось. Есть. Так, получена вся добыча. Отлично. Так, смотрим далее. Ёлки-палки, тут у нас сундук. И мы можем только сюда идти. Хорошо, я буду брать Хамида. Ага, брать Хамида. Нам только наверх дозволено, ребят. Тогда берем Агилара. Да, он здесь самый шустрый, самый юркий. Так. Ну что же, должны, в принципе, без проблем пробежать здесь. Да. И теперь просто-напросто спрыгиваем. Заходим, естественно, для начала и спрыгиваем. Кстати, ребята, я прокачал всех своих бойцов до 5 уровня, как вы и просили. Так, а что у нас тут? Никого нету, что ли? Как-то странно. Ладно, зайдем, возьмем. Раз никому не нужно, да? Найден документ. Так, в этом документе содержится ценная информация, которая поможет в борьбе против тамплиеров. Отлично. В общем, задание у нас пройдено. На 3 звезды. Давай-давай, не надо мне тут шутковать. Ну... Да я ничего не выключаю. Ты мне, главное, звезды начисли. Ха-ха. Отлично, ребята. Режим Блиц разблокирован, как вы видите. Я был прав. Ну что ж, тогда мы продолжаем с вами. Ух ты, руды получили. Все дела. Слушайте, мы, может быть, даже сегодня получим 8-й уровень нашей базы. И мы ее сможем расширить. По крайней мере, нам доступно будет 2-е крыло. Так, ну что, здесь доступен Блиц. Давайте тогда, наверное, вот здесь откроем, да? Клинок в ночи. Недавно капитана Инквизиции повысили и назначили ответственным за безопасность местного гарнизона. Избавьтесь от него, чтобы ослабить противника. Вот это я больше всего обожаю. Ослаблять противника. И, как видим, у меня как раз соответствующие персонажи есть для этого задания. Единственное, что вот Тарик у меня немножко покоцанный, так же, как, в принципе, и Агилар. Но я думаю, ничего страшного не будет в этом. Нам осталось немножко, кстати, и мы получим с вами 6-й уровень базы. Я думаю, даже, наверное, после вот выполнения этого задания. Так, устраните капитана Гаспара. Хорошо. Так, ну как, кого бы нам тут взять? Очень легко, то есть можно любого, да? Удерживайте кнопку, но это я понял. Так, Тарик, может быть, тебе... Нам никуда, да, нельзя? Только по прямой, да? Только по прямой, ребят, так что придется, наверное, тебя, Тарик, брать. Уж извини. Как-то немножко по-другому все у нас стало выглядеть, ребята, все значки. Непривычно. Вроде бы привык к одним, а теперь они поменялись. Да что ж такое-то? Эй, погоди-ка. Да ладно! Опс. Я уже, ребят, сомневаюсь, что мы с вами правильно все сделали. Отлично, этого накрыли. Так, ну что ты, охламон, тут стоишь? Тарик, ты будешь бить? Тебе же бердашка, ё-моё. Во, прям в лицо. В физиономию. Пробомбил. Так, здесь нужен... Да-да-да, именно Хамид, потому что тут ловушка у нас. Обезвреживай. Давай, отлично, красавец. Слушайте, уже даже, по-моему, если я не ошибаюсь, музычка поменялась. Так, ну-ка давай-ка. 93%. Четко сработано, ну что же, убиваем. Хуч, пока.
Какая тревожная музенция. Так, я даже не знаю, тут... А, ловушка там у нас стоит. Давай тогда Хамида берем. Так, открой, открой, открой. Есть, молодец. Что бы я делал бы без Хамида? Ну, нам бы еще бы сюда бы лекаря бы в компашку. И было бы вообще замечательно. Ага. Ну, Хамид, давай, здесь тоже твой, как говорится, выход. Обезвредил, блин. Придется драться, ребята, что делать? Ну? Ох, как ты хорошо-то его, а? Прижучил. На-ка. Действительно, ассасин. Так, а вот, ребята, и капитан Гаспар. Смотрите, для него очень легко. Для Агилара просто легко. Хм, и для Тарика очень легко. Нет, давай-ка мы вот так вот сделаем. Да, поехали. Будем наказывать. Ошеломить. Ну-ка. Вот так вот ему. Правильно. Накрой его медным тазом. На! Гаспар тоже мне нашелся. Все, ребят, задание выполнили. На 3 звезды стопудово. Давайте, мне блиц. Мне нужен блиц. Чтобы можно было потом фармить эти уровни, ребят. Yes! Режим блиц разблокирован. Фух, ну что же, продолжаем. Опыт идет. Ресурсики идут. Отлично. Интересно, мы уровень получили или нет? Сейчас посмотрим. Ну давай, 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 прогружайся быстрее. Есть, да? Ах, нет, чуть-чуть не хватило, смотрите, ребят, совсем капельку. Ну что ж, я думаю, можно, наверное, уже не здесь, а вот здесь пошататься, да? Или все-таки, погоди-ка, что у нас тут, задачи какие-то выполнены? Или нет? Достижения даже. Конечно, заберем. Обезвредьте не менее 75 ловушек. Неужели я 75 ловушек уже обезвредил? Что-то мне показалось, что намного меньше. Так, ну что, мы пойдем, наверное, сюда с вами, да? Так, стандартные задания. Не разлей вода. Погоди-ка, давай-ка мне вот это для начала. Кстати, мы здесь можем близ сделать. Давайте-ка сделаем, ребят. А если вот... Ага, требования для отряда. Понял, не получится. Слушай, а они долго будут лечиться-то там или что? Как-то долговато все это у них там проходит. Ну, давай сюда зайдем. Поиск наследия. И вот этот вот мой уровень. Игра с огнем. Устраните палача, виновного в смерти многих людей, которые восстали против инквизиции и ее идей. Так, у нас тут одно убийство, надо будет и какой-то сундук. 160 опыта, 900 монет и 154 бревна. Поехали. Нам, как говорится, терять нечего. И команда у нас замечательная. Как раз для этого задания. Ух, Хамидушка не подводит меня. Надо будет еще раскачать их маленько, ребят. Но я не могу, потому что у меня уровень базы слабенький. Как только мы его до 8 уровня поднимаем, у нас сразу новые возможности появятся. Поэтому я и хочу сегодня это сделать вместе с вами, ребят. Так, ну что, тут, наверное, у нас Агилар пригодится. Так, что нам можно сделать? Да давайте его чикнем. 95% это практически 100. Вот так вот, не будем тут еще прятаться. А вот здесь придется спрятаться. Так, давай монетки. Где-то вот там лопух-то идет. Идет. Нравится мне, как это все сделано здесь. Так, дальше у нас. Ага. 66%. Ох, тут вообще великолепно. Ну что ж, поехали тогда. Давай обезвредим. Вот единственное, что он, ребята, не может делать бесшумное убийство. Он обязательно подбежит, чтобы этот повернулся, и началась драка у нас. Но внезапный удар был неплох. Давай еще разок. Опс, хорошо. Так, ну что же.
Идем с вами наверх. Так, берем Агилара. Хотя тут ловушка. Блин, неужели опять Ахмед? Да, мы, наверное, его возьмем, потому что тут две ловушки даже. Я не увидел поначалу. Так, обезвредили. А тут 72% это... Отлично, молодец, красавчик, не подводишь меня. Опять что ли его брать? Его придется опять брать. Давай, обезвреживаем. Интересно, вот ему за это опыт идет, за то, что он обезвреживает, или нет? Так, теперь нам якобы вниз. Ага, очень легко. А если мы возьмем Агилара? Тоже легко, поэтому мы его сейчас просто ликвидируем. Пока, роднуля. Так, смотрите, у нас есть варианты. Идти сюда или идти понизу. Хм. Очень интересно, ну-ка, Хамид. 72, 90, 90. Давайте Хамида возьмем и пойдем сюда. А что это, вслепую что ли мы как-то? Я не пойму, где вот тут, что? Я не вижу ни шиша. Только не говорите. Ой, у меня очки кончились, ребят. Я не посмотрел. Да-да-да, я не посмотрел, что у меня закончились баллы. Вот это я лопухнулся. Оп, так вот. Вот только взлом есть. Надеюсь, он получится у нас. Ну что же, 500 монет. Я считаю, что это хорошо. Так, ну. Поднимаемся. Ну, здесь, я думаю, возьмем Агилара, да. С его 95% шансом убить, это вообще великолепно. Давай, давай, подходи. Хопа. Надо было его в эту фигню положить, да, и закрыть. И сказать, что как будто так и было. Ага, а вот у нас и палач Сильва. Так, у нас здоровье больше всего у Агилара, поэтому придется ему здесь и драться. Поехали. Так, у него, как всегда, потеря инициативы. Так, ты будешь его нахлобучивать-то? Опс! Да ладно. Во. Другой разговор. Так, пробиваем. Ну что, прошли? Давайте смотреть, сколько звезд нам дадут. Ну, наверное, с ловушками, то что мы... Хотя у нас никто не погиб, так что давайте 3 звезды. Раз, два, три. Отлично, блиц. Молодцы. Ну что, надо, наверное, возвращаться. Нам как-то подлечиться надо маленько, потому что здоровья мало. Так, и уровень мы сейчас получим. Да-да-да, кстати. Вот что я вспомнил-то. 6-й. Опа-на. Нам доступна кузница и зал церемоний. Ну что же, обязательно идем к себе домой и будем смотреть. Так, новые рекруты. Набор Майя. Набор Беатрис. Набор ассасинов. Блин, прикольно, ребят. Вообще круть. Так, ну-ка, что у нас здесь? Подожди-ка, я не понял. А что мне показывают? Я могу нанять Константу? Вау, круто! Ребятушки, я Константу себе. Так, ассасин новый, обычный. Она кто у нас? Отважный ассасин. Обычный тень, отважный ассасин. Интересно, что такое тень? Она, наверное, скрывается, да? Владеет акробатикой, с легкостью перемещается по комнатам. Опытная воительница, которая предпочитает нападению и защиты и способна наносить отважные удары. Может залечивать свои раны во время боя. Вот это круто. Прямой урон, нифига, посмотри. Обалдеть. И перемещение неплохое у нее. Хм. Так, что у тебя за навыки? Быстрая и безрассудная атака, благодаря которой ассасин наносит большой, но рискует подставиться под удар. Угу.
Ну, это понял, акробатика. А вот это вот... Перевяжите раны этого ассасина, чтобы постепенно восстановить его здоровье. Действие эффекта сохраняется на протяжении нескольких боев. Исцеление действует до конца задания. Прикольно. Причем, ребята, это все можно будет еще развивать, видите? То есть, раз, два... Еще четыре ячейки есть. Ха. Так, снаряжение. Что она у нас носит? Меч. Которого у меня нет, естественно, ребята. Средний доспех и использует любой аксессуар. Угу. Характеристики у него: защита с ракет. О, бонус соточка к криту. Хм. Вот урон от оружия, конечно, слабенький. Но у нее фиг ли там какая-то палка в руках. Прогресс. Тренировать, найти кодекс, ну это все понятно. Прогресс. Интересно, а мы можем сейчас прям... Да, я хочу. Я прям сейчас хочу зайти в тренировочный зал и потренировать ее до 5 уровня. И причем надо будет там ставить новые комнатки. Так, давай-ка, родная моя, займемся, как говорится, твоей тренировкой. Смотрите, ребята, а у нее 6 уровней. Ах, да-да-да, у нас доступен теперь 6 уровень. Был 5, теперь 6 максимальный. Понятно, вот как оно все делается. Поехали. Пускай маленько потренируется, мы ускорим все это дело. Забираем. Ну что же, круто. А теперь мне интересно узнать, какие нам тут доступны здания. Ассасины братства, доказавшие свою преданность, заслуживают получить новый ранг. Чтобы удостоить их столь высокой чести, нужно построить зал церемоний. Да? Новый ранг? Вот оно что. Зал церемоний позволяет проводить церемонии для улучшения ассасинов. Ну это круто, это надо вот, ребят, вот сюда прям посередочке воткнуть. Ого, зал какой. Улучшение ассасинов. Когда накопится достаточно фрагментов ДНК, вы можете стабилизировать генетическую память ассасина и таким образом улучшить его. При улучшении ассасина повышается его ранг, его характеристики и его мощь, а также совершенствуются его навыки. Ага, у него еще и навыки, ребят, смотрите, новые появляются. Чтобы улучшить ассасина, отправьте его в зал церемоний, а затем назначьте других ассасинов, которые примут участие в церемонии. Прям как инициация какая-то. Круто. Коснитесь ячейки задания для входа в комнату. Но что-то у меня Тарик, что ли? А можно другого какого-нибудь взять, а? Нет, только Тарика. Генетическая память ассасина еще не стабилизирована. Чтобы улучшить его, нужно собрать больше фрагментов ДНК. Найдите, выберите найти ДНК и узнайте, где находятся эти фрагменты. Да, и где же они находятся? Дрянная сделка. Регион 1. Шанс высокий. Приступить к заданию. Я так понимаю, это специально ребята так делают, чтобы и я приступил к этому заданию. Блиц. Получится, нет? Они у меня, наверное, еще все не выздоровели, да? Да, еще лечатся, как мы видим, поэтому придется это делать самому. Дрянная сделка. Поехали. Устрою я им. Так, вот мне не нравится, что у нас, ребят, здоровья очень мало. Так, а где это вот такое, я не знаю. Ну-ка, подожди-ка, давай-ка уберем. Ага, константа это значит у нас. Хорошо. Вот так вот, подтверждаем. Теперь у нас есть Агилар. Константа, в общем, все подходит. Поехали. Ух. С каждой серии что-то новенькое да новенькое узнается, а? Ну это прикольно, ребят. Так, торговец Эвитери. Угу. Юный головорез, да, значит? Ну-ка, Константа, попробуем-ка с тобой поиграть. Отважный удар, давай, сделаем. Но. Ах, их тут двое, блин.
Ну-ка, бомби его. Ох, сладко-то как было. Прямо он просто на рапиру надела и все. Так, давай-ка вот так вот. Опс. 106 крит удар. Офигеть. Так, ну что, здесь мы прошли удачно, очень хорошо. Ага, головорез. Ну, тогда мы, наверное, с вами возьмем... Да, возьмем Агилара. Да ну, давайте, наверное... Хотя нет, лучше акробатику применить. Кто его знает, может быть, там потом нам придется скрытно убивать, а у нас очков не будет. Как в тот раз мы с вами попали с Ахмедом. Так. Ну что, ликвидируем? Естественно. Тут у нас нету никакого выбора. Так, поднялись. Ага. Только наверх. Вперед из песни. Чикаем. Опа! Вот тебе, ребята, и 95%. 5% просто-напросто сыграло против нас. Слушай, здесь, наверное, придется вот так вот, да? Ага. Она у нас акробатка, акробатка. Поэтому побежали. Только не упади. Ага, прибежали. Теперь у нас выбор. Либо вниз идти, либо прямо. Я даже не знаю. Давайте вниз пойдем. Да, я думаю, что лучше вниз. Так, убивать. Давай вот так вот сделаем. Блин, потому что... Мне почему-то кажется, что вот так вот стопроцентная... Как говорится, будет стопроцентный успех. Сейчас он подойдет там, да, смотреть. И все, лети отсюда. Пока все идет хорошо. Так, теперь вниз. Это мы возьмем с вами, наверное, константу. Так. Спрыгивай, родная. И сюда тоже спрыгивай. Обалдеть, уровни с каждым разом все больше и больше, длиннее и длиннее. Так, что же нам сделать-то? Очень легко. У Константы больше здоровья, поэтому придется ей. Поехали, ошеломляем. Да что ж такое-то, у тебя потеря инициативы постоянно. Бомби. Отлично. Блин, торговец Витри. Нам его надо убить? Мне кажется, нет. Мне надо его спасти, скорее всего. Поэтому... Да-да-да-да, вот так вот сейчас мы его и уничтожим. Опс. Опа-на. Спасти. Нам нужно его убить, ребята, оказывается. Блин. А-ау. Так, попробуем двойной порез. Есть. Хорошо сработано. А вот так вот, если... Ну, осталось добить. Фух, нам повезло. Задание завершено, ребята. 3 звезды. Ну, давай, 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 прогружайся там быстрее. Отлично. Устранили мы торговца Витри. Так, 3 ДНК получили. Слушайте, ну этого будет мало, да? Там, по-моему, 10 нужна была. Хорошо, ладно. Давайте вернемся мы с вами. Анимус. Премиум доступ. Так, ежемесячная подписка. Автообновление. 20% увеличение. Награда. Так, за ежедневный вход. Так, ускорьте прогресс в анимусе. Посмотреть. Так, 700 рублей, ребята, все это дело стоит. Слушайте, я пока воздержусь. Пока воздержусь. События. Что у нас тут в событиях? Испытание анимус. Добро пожаловать. Завершено 0.
Слушай, дай-ка я гляну, что это такое, ребята? Стать сильнее. Так, повысить уровень ассасинов не менее 100 раз. Так, не менее 50 раз и не менее 25 раз. То есть, ребята, это нужно успеть. Если мы все это успеваем, то получаем обалденные плюшки, да? Классно, мне нравится. Так, попробуем мы это все выполнить потом со временем. Так, тут у нас задачи какие-то завершились. Так, достижения. Забираем. Верные друзья. Ой, у нас энергии. Офигеть сколько. И, кстати, скоро мы, ребят, получим с вами 36 звезд. И нам будет доступен, я так понимаю, куб. Так, контора пишет. Давайте отправимся в контору. Посмотрим, что у нас там еще одно здание, которое мы с вами не построили. Так, ну-ка, ну-ка, строить. Это кузница. Ну, естественно, ребята, как же мы без кузницы-то? Кузница у нас должна быть рядом с тренировкой. Ох ты, как круто смотрится, ребят. Все здания можно перемещать. Мне кажется, что их, может быть, даже можно будет объединять. Но это мы потом посмотрим с вами. Так, кузница. Пока у нас нет возможности улучшать ее. А вот сделать, видимо, броню. Ох ты. А, пластинчатый доспех, конечно же. Мы можем с вами сделать. Так, назначить ассасина. Смотрите, у нас Тарик неплохо в этом деле. Ну что ж, родной, давай-ка, попробуй. Так, вот он идет. Такой смотрит, да, со всех сторон. Блин, ну прикольно сделали. Так, потрогал. Так, вот тут надо подправить маленечко. Ага, так, с этой стороны. Ага, тут вроде бы нормуль. Так, почистим. Так, ну, вроде как идеально. Давайте ускорим, ребята. И у меня будет первая, по-моему, броня. До этого еще не было ее. Ни у кого. Забрать, конечно же. Изготовлено. Доспех. Доспех, состоящий из металлических пластин, подходит героям, использующий такой тип доспехов. Понятно. Интересно, кому мы можем его одеть? Кто у меня таскает тяжелую броню? Так, это надо, наверное, сюда, да, нажать на ассасинов и посмотреть. Да я даже вижу, ребята, вот, например, Константа носит, да? Максима носит. И Хамид. Ну-ка, давайте-ка. Снаряжение. У вас нет предметов этого типа. Ах, у него средний доспех. А кто же у нас тогда тяжелый доспех? Нет таких? Хм. У нас таких нету. Так, денежка накопилась. Да, ребят, как-то немножко мне обидно, что доспех мы с вами сделали, да? А носить его никто не может. Тут кираса, кираса. Это тяжелый. Ага, вот у нас средний доспех, а вот легкий. Слушайте, значит, тут у нас будут и тяжелые воины, раз доспехи можно делать. Так, ладно, давай попробуем тогда сделать балахон. Да? Балахон, по-моему, у нас многие носят. Вот только... Только я что не... А, нет доступных ассасинов? Ну, а это... Погоди-ка, что-то вы мне здесь не то делаете. Мне надо... Балахон. Тарик. Изготавливаем. Вот так вот. Я думаю, как-то понять, нет доступных ассасинов. У нас все есть. Давай ускорим. И забираем. Так, ну вот это вот уже стопудово кто-нибудь да будет носить. Давайте-ка посмотрим. Так, ассасины. Ага. Даже видно, ребята, вот, можно одеть либо-либо.
Давай, конечно же, Агилару наденем. Мощь на 45 вырастает сразу же, да? К защите плюс 12. Да, я хочу одеть. Отлично. Тогда мы, знаете, что сделаем? Наверное, Хамиду, елки-палки. Закажем тоже броню. Давай. Это у нас вот это вот получается, да? Бригантина. Тарик, только на тебя вся надежда. Давай, делай. И не выеживайся. Да, я хочу ускорить. Забрать. Вот так вот. Ну, естественно, будем сразу же одевать. Угу, Хамид. Слушайте, у нас или Хамид, или Константа. Но я думаю, что Хамиду. Так, одеваем. Есть. Плюс 40 к защите и плюс 2 к бегу еще даже дает. Ну что же, это круто. Так, у нас 6 уровень, да? Значит, кузницу мы с вами сделали. Здесь нам ДНК нужно, потому что мы никого не можем здесь с вами, так сказать, возвысить. Надо искать нотарика. Слушайте, а мы же с вами делали спальню, так? Так. Восстановление здоровья. Ага, смотрите, Константа уже тут спит, видите ли. Но она практически уже полностью восстановила себе здоровье. Улучшить не могу, да, эту комнату? Необходим 10 уровень братства. 10. А здесь тоже 10 улучшить. А тут 9. Ха, странно. Для каждой комнатки нужен, что ли, свой уровень? Тут тоже 9. Интересно, могу я что-нибудь еще построить? Нет, все под замком. Ладно. Так, ребят, ну что, я, наверное, думаю, нажмем на паузу. И как раз я насобираю ДНК на нашего Тарика. И попробуем его потом вот в этой комнате, как говорится, поднять по рангу. Так что не расходимся, и скоро все у нас будет. Ну что же, ребята, я хочу вам сказать, что не получилось у меня за сегодня набрать ДНК на Тарика, потому что испытание дня закончено. Я думал, что мы можем здесь с вами бесконечно бегать, пока не соберем. Нет, ребята, есть определенные шансы. То есть 5 раз, по-моему, или 4 я могу зайти. И все. После этого оно закрывается на 18 с лишним часов. То есть 18 часов 34 минуты. То есть только спустя это время я смогу дальше продолжать искать. Поэтому у меня и не получится, ребята, сегодня сделать обряд инициации, как говорится. Но зато я, знаете, что подумал. Мы сейчас с вами пойдем в контору. И я всех ребят своих попробую одеть в броню и в оружие, которое смогу сделать. И потом уже с вами продолжим. Я еще должен вам показать, что такое здесь автобой. Так что не расходимся, а я пока приступлю крафтить. Ну что ж, друзья мои, давайте посмотрим, кого я успел одеть и во что. Ну, как видим, Агилару я сделал меч, доспехи. Так, этот у нас Тарик с бердашкой, как и был. Константе мы сделали броню, и Хамиду тоже сделали броню. И Максиму мы сделали шипы, вот эти вот убийственные. Не хватило, ребята, у меня больше материалов, как говорится, закончилась руда. И теперь я вам хотел показать, что такое автобой. Так, ну что, давайте переходить в задание. Кстати, ребята, у нас, когда у бойцов мало здоровья, да, мы можем его вылечить сами, не обязательно в доме. Для этого есть у нас бутылочки, которые мы с вами будем собирать и собираем. Так, давайте покажу вам кое-что. Так, например, мы пойдем с вами сейчас вот сюда. Нам нужна руда, ну, предположим, да, ребят. У нас есть блиц. Как раз вот здесь есть руда. Смотрите, я выбираю блиц. У меня, видите, все лечатся.
Ну, а нам нужно, как видите, такой и такой персонаж. Для того, чтобы нам не ждать, мы нажимаем сюда. И здесь бутылочки. Имеется 9 штук. Слабое, сильное, да? Действие. Берем, ребята, лечимся, и он у нас уже готов, как говорится, к бою. Соответственно, нам нужен еще один. Давайте сделаем. Ну что, 20%, я думаю, что можно и вот так вот сделать, да? Вылечился? Даже не хватило, ребят, представляете? Не хватило, до чего слабое зелье. Так, ну ладно, мы его берем, и нам нужно еще одного взять с собой бойца. Так, ну что же, берем и делаем, ребята, блиц. Ну, блиц вы сами прекрасно знаете, что это такое, вот так оно делается. Так, ну а теперь, наверное, мы покажем, что такое, ребята, автобой. Давайте-ка мы зайдем, может быть, а давайте вот здесь и сделаем. Так, нам нужна руда, ну, предположим, ребята, заходим. Отряд у нас, ну, как раз, короче, сделан, да? Как раз он нам подходит. Так, начать. И смотрите, как это будет у нас делаться. Все намного быстро. Нажимаем просто кнопку авто. Тут еще, ребята, есть скорость. То есть можно на офигенном ускорении, а можно на обычном. Как вашей душе угодно. Если вы хотите все это быстро проходить, естественно, нажимайте на трехкратное увеличение скорости. И здесь нет такого, что он будет там ждать. Он, оп, видите, сразу появляется и сразу же заходит. Упс. Ну, естественно, ребята, бот он и есть бот. Он может и тупить. Ну, и может иногда... Оу, по-моему, мы сейчас тут пройдем хуже некуда. Можно, ребят, конечно же, отключиться от автобоя. Можно же, я надеюсь, можно. И тогда уже мы играть будем сами. Так. Что это у него? Стойкость. Давай, делай стойкость, потому что у тебя здоровье вообще ни к черту. Ну и выбрал, да, я, ребята, командочку. Так, ладно. Давай наверх сиганем и пробежим мимо них. Так, давай перепрыгивай. Отлично. Ну, а тут что? Слушайте, ну а тут, наверное, можно и автобой, ребят, включить. Я думаю, дальше они уже справятся. Да. Шпиндякнулся. Да, забрали они записи. Ну, вот как-то так, ребят. Ну что, я не знаю, будем с вами получать 8-й уровень или будем закругляться? Ну что, дорогие мои друзья, я получил 7-й уровень, и мне дали возможность построить вот это вот здание. Оно называется у нас мастерская. Здесь я могу делать аксессуары, то есть пояса, ботинки и сумки. Так что давайте посмотрим, что у нас могут носить. Кстати, еще во время того, пока я раскачивал себе легион, я получил еще одного ассасина. И звать его сейчас покажу — Матео. Вот он, ребята. Вот такой вот чувачок, владеет техниками скрытного убийства. Ловкий боец, специализирующийся на быстрых атаках. Уникальный навык у него — беспощадность. Убийца, который не ведает жалости. Увеличивает шанс критического удара на 3% и повышает показатель защиты на 10%. Постоянный эффект. Я считаю, что это очень круто. Вот у него быстрая атака, молниеносная, мгновенные действия, наносит 20% базового урона. Ну, я так понимаю, это скрытное убийство, как всегда. И пассивка, вот то, что пассивка насчет крита и защиты, это вообще великолепно. Так, ну что, вот я ему, ребята, сделал скрытые клинки. И теперь я хочу посмотреть, что же он... Ах, он... они могут любой аксессуар, да? То есть, на мое усмотрение.
Хорошо, давайте тогда посмотрим, что каждый из них дает нам. Какое преимущество. Предположим, я хочу сделать так. Укрепленный пояс, что он нам дает? Так, ага, он дает атаку плюс 10 и шанс крит удара плюс 3. Это у нас дает пояс. Сейчас посмотрим, что дают нам сапоги. Да елки-палки, не то. Вот здесь вот. Атака. Так, слушай, они, по-моему, все абсолютно одинаковые. То есть нет никакой разницы, получается, да, что нам делать. Хорошо, давайте я сделаю, например, ботинки. Если у меня, конечно, хватит материалов на это все дело. Хватает, да? Ну, давайте-ка сделаем быстренько все это дело. Ускорили, забрали. Так, мягкие ботинки. Так, хорошо. Что это у нас здесь? Да, ребята, абсолютно любой может носить. И кому бы мне их дать, а? Хм. Давайте, наверное, Агилару поставим. Вот так вот. Отлично. Ну, давайте посмотрим, хватит ли у меня еще ресурсов, чтобы сделать что-нибудь такое подобное. Например, укрепленный пояс. Так, Тарик, давай. Хватает. Отлично. Я тогда, ребята, его и сделаю. Ну, а цель у меня сегодня, ребятушки, сделать для вас 8-й уровень моего легиона. Чтобы мы смогли открыть с вами новое крыло и новые, я так понимаю, здания. Новые комнаты. Так, а можешь ты еще что-нибудь сделать, а? Давай-ка предположим сумку. Хватит? Хватает, смотрите-ка, ребят. Без проблем все у нас идет. Давай, делай. Забираем. Ага. Ну, давай тогда еще кому-нибудь что-нибудь сделаем. Ага, не хватает, ребята. Вот, видите, медная руда. Ладно, давай попробуем ботинки. Хватит? А вот на ботинки хватает, ребята. То есть мы можем с вами варьировать. Если у нас нет руды, мы можем с вами компенсировать это тряпками. Да? Отлично, я считаю. Так, ну что же, я буду сейчас это все дело расставлять. Кому? Ну, Тарик мне нужен обязательно. Он со мной сейчас везде ходит. Давай-ка мы наденем на тебя, наверное. Ага, ты посмотри. Сумка дает 15 к здоровью. А это, я так понимаю, уклонение, да? Уворот. Вот оно что. Смотри-ка, здесь получается ботинки. Да елки-палки. Ботинки нам дают к убийству и к скорости. Ага. То есть Тарику подойдет больше, наверное, знаете что? А вот это вот. Пояс. Потому что он у нас без компромиссов, как говорится, одного за другим валит. А вот тебе, родной, по-моему, подойдет больше вот это. Или я ошибаюсь? Я ошибаюсь. Тут акробатика плюс 5. Поэтому это лучше, знаете, кому? Это, наверное, даже вот сюда вот неплохо будет, да? Да, я думаю, вот так вот идеально. Так, тебе что? Хм. Уворот и 15 к здоровью. Отлично. Ну что же, ребятушки, я опять же нажимаю на паузу и буду дальше качаться. Хочу 8-й уровень получить. Ну, а качаюсь я, ребята, как? На автобое, на трехкратном ускорении. Как говорится, прохожу те уровни, которые знаю, что они пройдут без каких-либо проблем. И 160 опыта за каждый проход я получаю. Так что, ребята, надеемся, сейчас скоро с вами увидимся. И посмотрим, что же нам все-таки дадут.
Ну что ж, друзья, у нас очередная задача — это дневник Агилара, запись 1. Теперь, когда мы устроились в новом штабе, можно сосредоточиться на задании. Мы должны остановить Тарквимаду, а для этого нужно узнать его планы. Нам известно, что его приближенный лейтенант Ахеда вхож в орден доминиканцев. Не исключено, что монахи располагают необходимой информацией. Мы нанесем им визит, не привлекая лишнего внимания. Ну что же, я только за 60 опыта мы получим и 60 медаков. И стоит это все 3 конвертика. Поехали. Так, для этого задания, ребята, я возьму, знаете кого? Так, Константу, возьму Тарика. А вот насчет Агилара... Может быть, мне... Черт, я не знаю. Давай вот возьмем Хамида. Возьмем Хамида. Слушайте, ну... Без убийцы-то тоже хреново нам будет. Он нам нужен. Тогда убираем Константу и берем с вами, наверное... Давайте Матео. Да, я возьму Матео. Подтверждаем. Ну что же, поехали. Будем смотреть, ребята, что тут и почем. Мне просто обязательно нужно выполнить задание, иначе я дальше не могу продвинуться. Соответственно, прокачка у меня остановится. Так, поехали. Здесь обезвреживание ловушки, естественно. Давай, побежали. Хамид, Ахмед, Нормуль. Так, очень легко. А если мы вот так сделаем? 65% всего лишь. Ну ладно. Риск — благородное дело. Посмотрим. Подождите, ребята, что-то у нас ускорение слишком большое. Так, 61%. Ну, поехали. Попытаемся. Я почему-то думаю, что он упадет сейчас. Так, может быть, вот так вот, на двойном ускорении, да? Блин! Ёпрс, это же надо было ему шпиндякнуться, а? Вот незадача. Ну давай, ты же у нас кровожадный. Бомби как никогда. Есть контакт. Ладно, предположим, ребята. Куда нам, наверх идти? Наверх. Я возьму лучше Тарика. Тем более он у нас 6 уровня. Блин, у нас Матео не прокачанный. Ё-моё. Он же уровня 1 только. И я думаю, чё он такой ватный? Я его забыл потренировать. Вот в чем проблема вся. Так, ну что, Тарик, давай. Погнали дальше. 55%. Да ну нафиг, мы будем бомбить. Так, что-то не прокатило. О, другой разговор. Ага. Так, сведения забрали. Торговцу Хасану. Мы хотим поблагодарить вас за помощь нашему делу. Продавая имущество еретиков, вы вооружаете воинов Святой Церкви Ахеда. Слушайте, этот Ахеда у нас скоро, чувствую, допляшется. 28% это мало, 26% тоже мало. Давай, Хамид, твой выход. Молодец, красава. Взламываем сундучок. Так, бутылочку добыли. Эта бутылочка фиговенькая, ребята, потому что она очень хреново лечит. Так, погоди-ка, а куда нам идти-то? Так, давай-ка мы попробуем. Так, очень легко. Ну, давай тогда. Да я же не Хамида хотел брать, а Тарика. Хотя, какая разница, все равно получили. В общем... Мы рассчитываем получить следующий денежный взнос до конца месяца. Все как обычно, говорит Ахеда в письме. Да куда уж там, мы его, ребят, естественно, будем перехватывать. Я думаю, что первый наш враг будет здесь Ахеда. Почему-то вот кажется так. 60 опыта, бутылка и медачки. Слушайте, мне нужно его прокачать. Ну что это такое, на первом уровне? Естественно, он ватный. Достижение «Взломщик» разблокировано. Это все, конечно, хорошо. Давайте заберем достижение. Взломщик.
Взломайте не менее 10 сундуков. Так, и бежим быстренько с вами в контору. А в конторе будем уже, соответственно, прокачивать нашего свежеиспеченного, как говорится, ассасина. Давай-ка сюда. Забегаем. Так, на прокачку. Где же ты? Вот он, Матео. Так, 4 кодекса. Ну, это не имеет значения. Давай так сделаем. Погоди, вот так. Прямо сразу, ребят, до 7 левела мы его, наверное, прокачаем. Даже не хватает? Ну-ка, а так, добьем. Все, ребят, вот. Тренировка. 1000 медаков, ё-моё. 36 минут. Конечно, будем ускорять. Ну вот, совсем другое дело. Смотрите, во сколько сразу все повысилось. А то бегать там как засранец. Думаю, что он такой ватный? Причем здесь можно еще, ребята, нам дораскачать кого? Максима, например. Агилар у нас 5 уровня. Хамид. Так, ну ладно, давай тогда мы прокачаем, наверное, Максима. У нас хватит этих кодексов-то? Имеется 50. Хватает, отлично. Давай мы это тогда быренько с тобой сделаем. На ускорение, естественно, ребят. Забираем. Причем, не забывайте, это у нас простые ассасины. Есть еще элитные. Я представляю, сколько у них будет обучение стоить. Так, ну что же. Я думаю, что нам дальше нужно отправляться на задание. Дальше проходить основную сюжетную линию, да? Ага. Перераспределение припасов. Вот такой вот у нас. Журнал писаря в наших руках, и мы наконец-то узнали хоть что-то о планах Тарквемады. Инквизитор Густаво Рамирес, один из его псов господних, по поручению великого инквизитора Рамирес держит жителей Мурсии в ежовых рукавицах и построил небольшую, но хорошо укрепленную крепость на окраине провинции. Мы должны покончить с Рамиресом. Для этого нужно попасть в монастырь Фуэнсанта. Там хранится партия припасов для крепости Рамиреса. Ходят слухи, что приказы для него можно найти там же. Мы добудем информацию и спланируем с ее помощью нападение. Так, ну что, ребята, 440 опыта, вот это да. Почти 1700 монет, 35, ребята, осколков, плюс ДНК. О, да тут круто. Все, ребят, я беру это задание и, естественно, будем его выполнять. Значит, нам нужен здесь, блин, ой-ой-ой-ой-ой, а он же у меня не прокачанный, Агилар. Ладно, надеюсь, так, подожди, уберем Хамида, Агилара возьмем. И кто там еще нужен? Так, еще нужен нам скрытник. Скрытник, так, это у нас... Да, это у нас Максима. Все-таки я его не зря прокачал, нормуль. Сейчас мы тогда его и возьмем с вами. Вот так-то оно будет лучше. Подтверждаем. И поехали. Слушайте, 440 опыта. Это может быть мы сразу даже уровень с вами получим. Ой, не хочу загадывать, но посмотрим. Найдите припасы. Ай, не успел, ладно. В общем, найти припасы нужно нам. Что? Сложно? Так, очень легко. Очень легко. Угу. Ну что же, давайте мы вот так, наверное, сделаем с вами. Подожди, ага, спрячемся лучше. Отлично, прокатило. Так, а это что еще такое здесь? Что это за значок такой? Ради великой цели ассасин может выйти за пределы своих возможностей. Повышает показатели атаки и смертоносности на 10%. Фига себе. Так, вот единственное, куда мне идти? Поверху или понизу пойдем, а? Слушай, давайте лучше понизу. Вот так. И... 84%. Давайте, конечно, его
пришлепнем, я надеюсь. Есть! Молодец. Так, а дальше у нас вот здесь. Я думаю, что Максима здесь справится. 67%. Давай вот так вот сделаем. Есть! Молодец. Кстати, когда они, ребята, в колокольчик звенят, сразу все сбегаются. И тревога, то есть проблематично к ним уже подкрасться со спины. Поэтому лучше не допускать этого дела. 84%, 67. Давай тогда вот так вот скрытное убийство сделаем. Есть. О-оу. 71%. Маленький шанс, но есть. Фу, повезло нам. Так, куда нам? Значит, можно идти наверх, можно пойти сюда. Тут сундук. Я хочу, ребят, сундук получить. Я пойду нахрапом. Да, вполне. Ё-моё, позвонил все-таки я в колокольчик. Я просто его не увидел, если честно. Этот колокольчик, блин. С двух сторон-то, а? Смотрите, ребят, что делают. Инициативу забирают. Ой-ой-ой-ой-ой. Хотел идеально пройти. Да не вышло, блин. Упал. Ай. Черт бы тебя побрал. Да на, ты эйкаешь мне здесь. Давай сундук вскроешь. Молодец. Так, инквизитору Рамиресу, мы прислали вам недельный запас провинции. Провизии, снаряжение и новые доспехи. Да славится великий инквизитор Тарквемада, секретарь Алонса. Да, и... Да, ребята, и задание пройдено, ведь так? Нет? Нет. Ёлки-палки, я думал, пройдено. Ага, куда уж там. Давай сюда. Молодец. И вот оно, видимо, последнее, да? Что нам нужно было. Так, инквизитору Рамирсу, ты отлично справляешься с подчинением провинции Мурсии. Теперь, когда твое положение крепко, четверть твоих людей отправится в Картахену, где растет число беспорядков. У тебя есть 5 дней, чтобы подготовить их к переходу. Великий инквизитор Тарквемада. Вот так вот, ребята. Блин, ну все-таки как обидно, а, что не на 3 звезды. Ну ладно, сколько нам опыта дадут? Так, продолжить. Вау, вау, вау. Фига вы. Новые задания, отлично. Уровень-то нам не дали? Ну быстрее, быстрее, быстрее прогружайся, мне не терпится посмотреть. Всего лишь так вот немножечко пик. Ладно. Смерть Рамиресу. Как вы думаете, мы потянем это задание, а, ребят? Дневник Агилара, запись 5. Наш визит в монастырь Фуэнсанта был весьма успешен. Мы узнали, что сейчас в крепости Рамиреса меньше стражи и украли припасы, предназначенные для его людей, раздав их местным жителям, живущих под гнетом инквизиции. Мы смогли хоть как-то возместить ущерб, причиненный Рамиресом Мурсии. Теперь мы готовы нанести удар. Мы проникнем в крепость Рамиреса и убьем его. А это, ребята, по ходу дела и есть сам Рамирес. Ну что же, я только за. И нам нужно здесь Тарик. Ёлки-палки, ты же у меня Тарик и Хамид. Но если Хамид у нас еще более-менее здоровый, то Тарик нет. Это нам, значит, надо что сделать, ребята? Сходить в контору и прокачать своих персонажей. Ну, что это за ерунда, да? Так не годится. Так, Хамид, давай-ка завязывай тут заниматься ерундой всякой. Вон, пускай Матео там сидит. Че, не хочет Матео меняться, да, с тобой? Ну-ка. Вот так вот. Подтвердить.
Так, а Хамида мы, ребята, с вами для чего убрали? Для того, чтобы его здесь вот раскачать. Пятый уровень меня не устраивает. Я хочу, чтобы у него был седьмой. Так, тренировка. Потому что все-таки у нас сейчас ответственное задание. И мы должны к нему хорошо подготовиться. Так, замечательно. И посмотрим, у нас... Вот, да, и Тарика тоже нужно, ребята, подкачать до седьмого уровня. Тренировка. И быстренько ускорение. Забираем. Ну что же, просто чудесно. Так, давайте, наверное, уже отправляться с вами на задание. Слушайте, у нас, наверное, серия получится просто гигантская по времени. Так, смерть Рамирусу, я готов идти. Блин, ну почему тебе так... Как тебя подхилить-то, я уж забыл. Вот здесь я не знаю, как, ребята, его хилять. А ведь как-то ведь надо. Вот, вот они. Бутылочки. Лечись. Так, у него здоровье полностью, да, восстановилось. Все. Теперь можно, ребята, приступать, я думаю, к заданию, да? Только мы уберем отсюда Максима, и мне он здесь не нужен. Вот, если честно. Так, Максиму отойди. И возьмем-ка мы, наверное, лучше... Константу, может быть, а? Давай Константу возьмем. Да, подтверждаем. Здесь нужны нам сильные бойцы. Мы, как говорится, не будем здесь тютюкаться с ними, сразу будем их лупашить, но их, наверное, будет здесь очень и очень много. Сейчас мы это все дело посмотрим. Бросить вызов, да, инквизитору? Так, испанский стражник. 54%. Блин, да что ж такое? Ну давай, Хмед, пошли. Обезвредил, нет? По-моему, да. Ну, акает мне здесь. Давай добьем его, отлично. Кто тут? Опять ловушки. Ребят, смотрите, ловушки за ловушками. Вот же незадача. Ладно, попытаемся. И колокольчик рядом. Так, еще попыточку. Да ладно тебе. С третьей попытки. Очень сложно. Хорошо, тогда мы возьмем средний. Очень легко, вот так вот. Давай-ка ошеломим. Вот так вот. И теперь бомбим. Ну, готов, хлопчик. Так, тут у нас опять ловушки. Можно, в принципе, через верх пройти, ребят. Я думаю, так будет даже лучше. Хотя вот этот чувак, смотрите, средний уровень сложности-то. Блин. Вот это да, вот это незадача, ребята. Ой, ё-моё, ладно, погнали. Так, это что у нас? Стойка, да? Это хорошо, здоровье на 25% и восстановление на 20%. Значит, мы пока это дело придержим. Так. Блин, вот тот мне не нравится. Да что такое-то? Так, готов. Блин, а этот-то посложнее будет, ребята. Воу, только пол здоровья отнял. Промахнулись. Черт подери. Ну давай попытаемся тогда Константой. Офигеть, да, чувачок, блин. Ну-ка, вот так вот. Константа нормально с ним справляется. Куда нам дальше-то? Ну, давай сюда пойдем. Не упади только. Нормуль. Погнали. Это мы еще, ребята, я так понимаю, до
Рамирес, или как его там звать-то, не дошли. А у нас уже одного бойца нету. Плюс здоровье. Вот. Вот он, это офицер. А там у нас пастырь этот. Ё-моё. Хорошо. Давай вот так вот сделаем. Защита, здоровье, ворот. Блин. Ну давай попробуем. Иди сюда. Рамирес, ты заплатишь своей жизнью за все страдания, что причинил людям Мурсии. Глупые ассасины, вы надеялись застать меня врасплох, а Хеда предупредил меня, что вы придете. Мой верный офицер, разберись с этим ассасином, пока я скроюсь. Ну давай. Воу-воу. Чувак, ты полегче, пожалуйста. А... Не понял. Ага, все, нормуль, нормуль, ребят. Колбасим мы его. Ошеломление. Сынок какой-то был, на самом деле. Мы потерпели неудачу. Рамирес сбежал. Но мы заметили, что его карета направилась в сторону Арагона. Мы не можем позволить Рамиресу сбежать. Он знает, что задумал Тарквемада. Скорее всего, он отправился в Сарагосу. Мы должны пойти следом. Вряд ли он опережает нас больше, чем на день. Кстати, это отличная возможность найти новых союзников и пополнить наши ряды. Ну что ж, ребята, как-то вот так вот. Задание завершено. Конечно, не идеально, но все-таки мы прошли. То есть Рамирес от нас убежал, да? Вау, 10 ДНК. Фига, новых заданий, новых регионов тут понаоткрывали себе. Отлично. Я, ребята, все это делал для того, чтобы получить 8 уровень нашей крепости. Испания, 15 век. Регион 2, ребята, открывается. Вот это круто. Фух. Слушайте, ребят, наверное, мы будем с вами закругляться в следующей серии. Я надеюсь, мы все-таки с вами сделаем замок 8 уровнем. И посмотрим. А у нас тут еще, смотрите, улучшение Агилара. Ёлки-палки. Так, пойдемте сделаем инициацию. Как говорится, не так, так, так будем, да? Сейчас только достижения здесь заберу. Предводитель восстания. Просто мне хотелось посмотреть, как это все, ребята, будет выглядеть. Как это будет инициация смотреться. Так, она у нас вот здесь проводится, да? Ну-ка. Да какой, блин, занят. Ради такого дела можно и, как говорится, поменяться. Давай поставим мы он максимум. У нас, если что, всегда... Есть максимум. Подтверждаем. Ну, Агилар, иди сюда. Будешь у нас повышаться. Ага, еще нужно двух поставить, да? Так, давай. Сделаем Хамида. Все, подтверждаем, ребята. Улучшить. Что еще и за деньги? Церемония улучшения невозможно прервать. Хотите продолжить? Да. Смотри, смотри. Оп. 58 минут. А можно ускорить? 10 осколков. Конечно. Конечно. Ты-дыть. И он у нас стал двухзвездочным, ребята. Опачки. Ранг второй, ранг второй, второй, второй. И что-то новенькое у нас открылось. Это пассивный навык учения Альтаира. В основе этого учения лежат фундаментальные идеи, изложенные Альтаиром. Повышает показатель смертоносности на 8%. Это причем постоянный эффект. Ух, шикарно. Ну вот, теперь я видел, как это все, ребята, происходит. Ух, ну что же, будем с вами прощаться. Как говорится, до новых, ребята, видосиков. Так что всем пока и удачи.